Здравствуйте, девушка. Смотрите, идите, выйдите сюда, на улицу. Ну, на улицу выйдите, посчитайте. Вам даже не надо рассказывать, штраф какой. Выйдите, посмотрите. Что вы сделали сейчас? А? Что вы сейчас сделали? Что вы сделали сейчас? Вы можете объяснить? А то, что не положено. А? То, что не положено. Не высунула голову, не посмотрела на лицо. Почему вы это сделали? Ну, я ж чисто машина. А? Чисто машина. Простите, пожалуйста. Что это, дитя, убери. А что стоит маленькие чипсы? Нету маленьких чипсов. Пообещайте нам, пожалуйста, как вас зовут? Лариса. Лариса. Клянусь вам, не... Какая у вас зарплата, Лариса? 700 гривен. 700 гривен. Да. Сколько вам надо работать, вот, чтобы заплатить 6800 гривен? Вот. Ваша зарплата зависит от количества проданных сигарет? Не зависит же ваша зарплата, не зависит от количества проданных сигарет. Зачем вы это делаете? Да, я еще раз, чисто вот машинально, не посмотрела, они же не наклонили, я виновата. Пообещайте, я пообещайте, в честь будет, праздника. В честь праздника не буду. Пообещайте, что больше вы нет, здесь ни одной, нет, не то что пачки сигарет, ни одной сигареты вы детям не продадите. Нет, клянусь вам. Спасибо. Пожалуйста.